Тариф за воду может увеличиться ровно на 8 леев. Муниципальное предприятие АП «Канал Белс» подало соответствующий запрос в Национальное агентство по регулированию в энергетике. Жители Бельс возмущены и говорят, что скоро и за воздух будут платить. Вообще ничего не нормально в нашей стране. Все повышается. Разве человек может выжить здесь? Știți ce mai rămas? Dem să ne iei numai aerul și gata. Dem să nu mai ieșim, cu adică ieșim tare puțin. Coșe, pensii, scuzați, vă rog, să trăiască ei măcar o lună și начальnici niște. Tare scump și tot e scump. Tot e scump, e tare greu de trăit, tot e scump. Dar cui să-i spunem? Cine ar să ne asculte pe noi? И на этот раз больше всего от повышения цены за воду пострадают пенсионеры. Как это можно еще думать? Тут, по-моему, даже нет смысла думать об этом. Конечно, ненормально. Ну вот, смотрите, я говорю, экономия. Это разве экономия? Фонтан там. А нам повышают, да? Да не дай бог, и так куда уже? Нам дышать нечем. Скоро за воздух будем платить, елки-палки. Ну куда же? Народ возмущен. Вот идем мы, пенсионеры, говорим, как проживать дальше в цветущей Молдавии? Это невозможно. Невозможно. Тем не менее, некоторые горожане утверждают, что повышение цен происходит не по указке или желанию кого-то из государственных учреждений. Я привыкла анализировать. И повышают не потому, что хотят повысить. Это анализ ведется, понимаете? А если нет анализа у человека, то он начинает бастовать. А почему? А за что? А почему повысили все цены? Почему? Это не только у нас ведь повысили. Это повысили во всем мире. Если НАРЭ примет новые цены, жителям Бельс придется платить 19 леев, 30 банов за кубометр воды и столько же за канализацию.